работники прокуратуры отмечают 12 января свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты представители регионального ведомства поздравили их коллеги из правоохранительных органов и областной власти. Менялось законодательство, политические реалии, но свои надзорные функции прокуратура выполняла одинаково и эффективно, говорили гости. Только в минувшем году в ходе проверок областное ведомство выявило более 62 тысяч нарушений закона, возбуждено почти 300 уголовных дел и 11 тысяч должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. За каждой цифрой тщательная работа сотрудников прокуратуры. События прошедших лет со всей очевидностью доказали, что в непростое для России время в условиях экономического кризиса прокуратура Волгоградской области с честью выполняла свой долг. Усилия нашего коллектива позволили нам занять самые высокие позиции в рейтинге прокуратур субъектов Российской Федерации. В этот день было вручено более 20 ведомственных наград ветеранам прокуратуры и действующим сотрудникам. Некоторых также отметили благодарственными письмами и грамотами от разных уровней власти.